Привет, меня зовут Оля Черешня, я в профессии 6 лет и специализируюсь я на дизайне костюмов для бальных танцев и дизайне вечерних костюмов. Я узнала о курсе в Инстаграме, я выиграла конкурс и, собственно, так познакомилась с этим прекрасным курсом. Мне больше всего понравилось, что оказалось это не так сложно, как мне казалось, и все это проходило в очень веселой атмосфере. Я подружилась с девчонками и продолжаю с ними общаться, и даже как-то мы кооперируемся и вместе дальше работаем. Это большой плюс. Мне было, если честно, все легко, потому что информация была подана очень доступно, и самое сложное было, наверное, применять физическую силу, когда мы пропихивали эти кости, и не сразу это получалось. А так курс проходил очень легко и весело. Я посоветую обязательно идти, не бояться. Это не так сложно, как кажется, или как нам это представляется в голове, и это абсолютно точно полезно. Просто шить корсеты или применять это еще куда-то. Это незаменимая информация.